Мою жопу лижет его пес. Эй-йоу! Всем привет, уважаемые друзья! С вами NoFacts! И Шаморо! И добро пожаловать, блять, я боюсь произносить этого слова, друзья уважаемые. Варк Survival Evolved на новое обновление Aberration, где мы с NoFacts'ом заставили себя, грубо говоря, били по щекам, по яйцам. Не трогай наркомания! Это наркоман! О, да я тоже, мне тоже нравится. У меня кость сломалась, у меня хп нету. Блять, братан, я сейчас умру. Я захлебываюсь. Я захлебываюсь, что за хуйня здесь происходит? Господи, наркомания в арке. Братан, арка божественный просто, блять, божественный. Арк, ты умер уже, что ли? Это что за пиздюк? Слышь, блять, ты, блять, кто ты, блять? Это кто такой, что за Робинзон Крузо? Ух ты, ой, возле меня тоже какой-то пиздюк. Ребята, значит. Я вроде знаю, где ты. Вы знаете, что мы... В Ark Survival Evolved сколько мест игра не играли очень и очень давно. 500 серий позади. Куча разных 500? Приключений. 500, да, примерно. Даже больше, мне кажется, не? Даже, может, больше. Куча-куча разных приключений, ребята. И вот вышло новое интересное обновление под названием Aberration, и мы решили зайти, так сказать, глянуть. Если вы нас поддержите, поставите лайки на наших каналах, естественно, то мы, возможно, и продолжим. Все будет зависеть от количества этих самых лайков. Поэтому не стесняйтесь поделиться видосами с друзьями. И, соответственно, да, братан, мы вообще как бы... Да, начинаем. Я все думаю, как бы мне до тебя добраться. Но у меня здесь бородатый мужик какой-то, блядь. Я не знаю, что с ним делать. Сейчас буду. Он приуныл явно. Вижу тебя. Вижу чувак, тебя. Чувак, ты живой? А почему ты бородатый? Да, ты здесь? Почти ряд. А, подожди, я пока залутаю тебя. Блять, опять наркомания! Нет, не трогай. Братан, я уже не выживу. Меня только не лутай, пожалуйста. Меня только не лутай, пожалуйста. Оставь мои вещи на мне. Блять, не надо, пожалуйста. Не надо. Не надо, прошу тебя, игра. Во мне сколько? О, вижу, кто-то сдох. Нет, нет, никто там. Там фиолетовая кирка. Там фиолетовая кирка. Там не надо. Какая? Нихуя себе! Да ты читер, братан! Чего? Уже фиолетовая кирка железная. Мы только зашли на сервер. Она выпала из этого. Сука! Ёбаный раптор! Ну нет, ну... Ты любитель рапторов, я вижу. Да, они меня обожают, они меня обожают. Слушай... 55-го левела, братан. А кто спиздил все мои вещи? Другой пацан там какой-то, походу, который рядом был. Где этот пидор? Так, а где я вообще, блядь? Где этот что пидор? Происходит? Кто спиздил все мои вещи, блядь? Вижу воду. Ты спиздил мои вещи? Так. Подожди. Блядь. Это здесь не так. А, это другая сторона. Я понял. Вон лучик. Ой, прошу прощения. Я бегу. Подожди, блядь. Нам нужно понять, что делать? Ты вообще читал про это обновление? Я нихуя не читал. Я читал, да. Я читал, что это типа ковчег какой-то, который дрифтует в космосе, и мы типа в нем, короче... Так, дальше. Выживаем. Ковчег, это который дрифтует в космосе. На нем также оказались динозавры и эти самые люди из ковчега. Правильно? Правильно. Наша задача здесь обустроить себе жилище и проходить через какие-то порталы, как я понял. А тут существуют какие-то порталы, наверное, новые динозавры, новое обмундирование, которого... Ну, мы уже давно много чего не видели, как бы. Мы много чего не видели. Ебать, а ты видел, сколько тут динозавров? Крафта. Тут дохерища новых динозавров, и здесь они светятся. Господи. У них какие-то блестяшки есть. Что здесь это за список крафта? Просто пролистай его вниз. Охуеть. Столько раньше не было. Это же просто жесть какая-то, ребята. Здесь, кстати, нельзя бегать, потому что, как я понял, очень быстро тратятся ресурсы. Например, водичка очень быстро тратится еда. И тут хрен его знает, что вообще делать нужно. Ну, выживать, как всегда. А зачем вот эти вот наркоманские какие-то вещи здесь сделаны? Зачем эти землетрясения? Это для меня, наверное. Не, ну я понимаю, но... Чем раньше? Ну, блядь, но... Тут опять, блин, этот раптор бегает там. Он, походу, меня нашел. А как взять все? Унюхал меня. Как взять все? А что ты там нашел? Труп. Того пацана, да? Да, того пацана труп я нашел. Мы не найдем друг друга больше. Я не знаю, тут написано NoFacts. Здесь не запрыгнуть. Инвентарь. Владелец NoFacts Level 2. Эй, 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 эй!
Это мое все. Не трогай. Интересно. Охуя, я честным путем спиздил все. Откуда у тебя столько? Ты что, здесь облутал пол сервера, что ли, блядь? Так, это я возьму, это мне нравится. О, нихуя. Это кто здесь? Эй-эй-эй, не трогай нихуя. Не, нормально, я ничего не трогал. Я ничего не трогал. Здравствуйте. Здравствуйте. И меня там не было. Да-да-да, я тебя знаю, блин. Оставь на секунду. Моя кирка осталась. Моя кирка осталась, ты мимо нее пробежал. Все забрал, я не знаю, что у меня, правда. Ебать, сколько у меня говна. Вот эти вещи. Так, а что я могу скрафтить? Подожди, они не выкидываются? Что я могу скрафтить? Почему я не могу скрафтить штаны? А, вот крафт, В, на В крафт. На В? Да, на В крафт. Во, тогли. Нет, вот так вот. Да-да-да, на V-крафт. Чего? А как из него выйти? А, вот, все. Ну, просто выходишь и все. А, вот, сверху, типа, переключатель. Блядь, ебать, тут менюшку сделали, конечно. Здесь так. Все по-другому, здесь все по-другому, понимаешь? Камень, плинт и еще что-то. Ебать, ребята, это достойно лайка, что мы вообще сюда вернулись. Да-да-да. Мы просто сами в шоке. Да-да-да, ребята, это же просто невероятное что-то. Что-то невероятное. Но у меня есть фиолетовая кирка. Там... А, кстати, большие деревья рубятся, как ты считаешь? Думаю, да. Думаю, да. Ни хрена. Не? Блядь. Большие деревья бесполезны. Подожди, большие деревья. Здравствуйте, здравствуйте. Я спиздил всю мою одежду, я вижу. Да это я не одежду спиздил, я это скрафтил только что. Ага. О, здесь еще я тело. Почему эта локация называется Изи, и здесь, сука, столько агрессивных мобов? Давай я тебе скрафчу одежду, если ты хочешь. Давай съебемся отсюда. Тут, блядь, 5000 рапторов. Вон там раптор за тобой уже охотится, лол. И еще два раптора. Нет. Они тут... за мной бегут, да? Нет, 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 все в порядке. Все в порядке, мы под контролем, понимаешь, мы под контролем. Вот тут бомж какой-то бородатый. Есть. А тут типа волосы растут. И, братишка! И борода тоже. Да, рапторы за мной. Чувак, чувак, прикрой. Лови. Чувак, прикрой. Так, хпшечку и стаминку давайте прокачаем. Блять, еще раптор, да что ж за хуйня такая? Ты нормально живешь? Это локация ебучая. Да, ты где? Я вот наверху здесь. Я не знаю, видишь где ты меня наверху? Или нет? Нет, не видишь. Ну, блядь, тут не как бы... что ли? Нормально. Вот я, да-да-да. Там какой-то бомж, но мы, ребята, зашли на ПВЕ сервер, так как ПВП были все заняты, поэтому мы не сможем раздевать бомжей. Помоги нам, чувак. Дай лук. И если б я тебя еще видел? Почему он не дает нам лук? А что это такое? Что такое? Что за светяшка? Что здесь происходит, нахуй, вообще? Здесь вообще непонятная херня какая-то. Здесь эти... Ты видел, блядь? Даже рапторы светятся. А, вот он, лук, с лука пиздит его. А это что за гиены? Раптора. Слышь, тут шакалы, гиены, какие-то псины. Ага. Одна на меня сагрилась. Блядь, тут... Все, пока. Да что за тут хуйня в этой игре его. Происходит? А как это возможно, братан? А что здесь красным светится? А это что за кусок говна? Чувак, собрать мед? За мной, братишка. Братишка. Я ебалу можно дать кому-то. А я не помогу. Я понимаю. Я никак не... Я понимаю, я помогу. А что он светится, блядь? У него жопа горит. Это типа из этих, которые тогда мы пиздили. Он там, где он? Где он? За мной? Он за скалой. Все, пошли отсюда. Идем. Пойдем нахуй. Это вообще жесть какая-то. Что ой, здесь блядь, происходит? Там внизу тоже, смотри, шакалы какие-то. Ну вот я про них тебе и говорил. Это вообще локация, жесть какая-то. Изи. Блядь, пиздец, я пить хочу. Надо быстренько спуститься вниз, я тоже пить хочу. Так, надо накрафтить себе. У меня есть торч. Вот это скрафтить. Хорошо, вот у меня есть факел, братан. И надо вообще выучить вот это. Вот надо это вообще вот. Понять, как здесь лучше выживать, потому вот что здесь надо. Вообще... Ебать, там а стадо внизу! Ну их нахер! Ну все, пиздец. И кампфайр нужен. Во, все, нормально. Так, крафтим. Крафт. Главное кепка. Кепка это самое братан, главное. Братан, а они под водой плавают? Они же собаки. Я не знал, что они собаки. Типа тебе все, смерть достигла тебя. А как выкидывать? Нет, нормально. Пока не это. Нет, не все выкинуть. В смысле все выкинуть? Я все выкинул. Что ты там делаешь? Да я пытаюсь скрафтить себе шапку, я ее скрафтил, а теперь... А, вот нашел в инвентаре. Подожди, а где солому здесь добывать, интересно, если деревья большие не рубятся? Солому с маленьких деревьев, как я видел. Братан. Как одну вещь выкинуть? Братан. А, вот, на О. Типа, да, же, братан, знаешь, на ага. Ага. Ну, нахуя ты это сделал? Я не сделал. А что он сделал? Левел 75, блядь! Да что за хуйня? Братан, прости, я подставил тебя, да. Я не хотел. Мы, называется, пришли выживать. Мы пришли выживать, пришли выживать в арк. Где взять солому? Пиздюк, спрыгивай. Вот так вот, хорошо, я еще одного убил этой собакой.
Убиваю собаками, блядь, иди нахуй. Бля, я с другой стороны вообще, братан. Я понял, сейчас найдемся. Я еще одного убил собакой, сейчас залутаю так его. Так я покончу жизнь самоубийством. Давай, это пиздец какой-то. Сука, нихуя. Глюки, блядь, в игре остались, ебать, которые, блин, с самого начала игры еще были. Понимаешь, у меня такое ощущение, что в этой игре в операции нужно не выживать, а умирать больше. Потому что это полный пиздец, я ничего не понимаю. Ой, это кто, это ты? Нет, это другой пиздюк какой-то. Подожди, а где здесь приложили-то пиздюка? Или ты жирный? Блядь, мне пизда. Мне пизда. Мне, блядь, мне пизда. Да чё, Ситулман? Чё за... Подожди, у меня два вопроса. Два. По какого хуя эта локация называется Изи? Во-во, я тем же вопросом все задавал. Понимаешь? Изи, блядь, она Изи, нахуй. Изи. Мобы 75-е, блядь, Изи просто. Изи. А второй... Блядь, как вы меня задали... Братан, да. У меня предложение. А что это за луч? Какое у тебя предложение? Что... Давай-ка вот вместе это, соединимся и попробуем вообще понять, где здесь добывать солому. Потому что я не знаю, где здесь добывать солому. Я знаю, где добывать солому, но я тебе не расскажу. Так. Ты меня убил. Я тебя не убил, у тебя убила собака. Там была надпись даже. Так, я пойду утоплюсь, короче, и давай прыгнем в другое место какое-нибудь просто. А я там же примерно. А ты хочешь посмотреть места? Ну, в принципе, да, можно. Давай посмотрим. Давай. Ты утопиться хочешь? Его... Да, ну, мы не пытаюсь. Тяжело нам. Давай, я тоже тогда утоплюсь, потом найдем друг друга, потому что мы реально не можем найти друг друга никак. Это сложновато. Вот в этом самая проблема, реально, здесь, чтобы найти друг друга. Мы реально сдыхаем еще такую еду. Да, это полный пиздец, на самом деле. Очень тяжело. Да что ты дерешься-то? Привет. Че, как? Мы реально не можем найти друг друга, понимаешь? Мы реально не можем найти... Ух, нихуя, у тебя же пень перекосоебило! Что это за хуйня? Подожди! А, ты уже труп! Господи! Нет, я еще, блядь, живой был, сука! Я в жопу тебе кулак засунул! Лол! Я тебе в жопу кулак засунул, охуенно! The Edge 3 Hard, давай туда прыгнем. А, ты еще хочешь повеселее, да? Ну давай сделаем веселее. Давай, давай повеселее, вообще, и будем веселиться. Ебать, я не понимаю этого обновления, я не понимаю. Может, мы конечно, не играли год с чем-то. Не, ну так-то. Я хочу сказать, что арк... Нихуя не изменился. Нихуя не изменился, нихуя. Он стал лагало, только... лагает. И он стал еще лючево, более больнее. Понимаешь? Да, и что-то... Ух ты, а что это такое? Так, подожди, а где мы? Ой, тут светлячки какие-то красные. А, подожди, это интересно. А у меня, слышь, тут грибов можно сено добывать. Тут грибы есть большие, короче, из них сено добывается. С грибов? С грибов, блядь. Блядь, я под грибами. Я в прямом смысле под грибами. У меня хуйня опять какая-то началась. Что за нахуй здесь творится? Кто придумал? Кто придумал, блядь, эту... Вот этот вот аддон. Какой больной придумал вот это вот дополнение. А, эти грибы нельзя нюхать. Ну да. Не жрать, а нюхать. Может, там противогаз есть какой-то? Уеет, ты видел, что внизу? Ты видел, что внизу? Не знаю, но я добыл какой-то фунгал-вуд с грибов вместо того... Короче, я полетел. Я долечу? А, может, вот из этих вот... Я разобьюсь. Может, вот с этих поганок? Что там у тебя происходит? Ебать, как тут красиво, братан. А я куда-то лечу. Как-то я медленно, правда, лечу. А я нашел какой-то город... Водопад розовый, братан. Тут какой-то розовый водопад. Что это за хуйня здесь плавает? Радиоактивная хуйня! Здесь внизу радиоактива. Бля, здесь сколько рыб разных. Слушай, здесь охуеть, столько... Блядь. Столько всего сейчас наворотили. Я тебе сейчас покажу такое охуенное место. Подожди, мне тоже здесь интересно. Мне просто интересно здесь на все посмотреть. Шкаф же заперто. Кто-то шкаф поставил и запер его, пидор какой-то. Это что? Цветок с язычком! А что ты умеешь, цветок с язычком? Из него вылез огромный язычок. А где я сейчас? Подожди. Мы так друг друга точно никогда не найдем. Я точно, я понимаю. Подожди, но так. Здесь какой-то цветок. Цветок. А? Он что-то делает? Нет, он просто высунулся, когда я к нему подошел. Она светится, блядь. Ебать, ты видел тут все животные, все динозавры, вся херня. Они по-разному светятся, да? Да. Мистер Додо. Больно.
Дикий самец. Аберрант Додо. 120? Давай. Что, блядь? Давай. Давай, Аберрант Додо. Давай. Давно я Додо не пиздил в этой игре. Давай, маленький. Давай. А вот. Чё она вдруг агрессивная стала? Она ж просто уползала от меня. Блядь, а чё это за хуйня? Да тут хуйня какая-то меня бьет. Ой, я грибы нашел. А они съедобные? А не подходи к грибам. Грибы — нет, это опасно. Блять, а вот а это не, что за светлячок такой? Съедобные грибы, братан. О, а я нашел какой-то корабль или здание. Ой. Что это такое? Что за корабль? Лол, а эти что здесь делают, чуваки? Ой. Чуваки, у вас вы в порядке, чуваки? Тут раптор припаркованный стоит. Тернозавр. А там кто? Мне страшно, братан. Ебать, тут лес голубой есть, слышишь? Да это вообще пиздец, мы в одной локации вообще. Ебать, нет? Ебать, что это за хуйня? А что это за телепорт такой здесь? У нас ролик, короче, блядь. Что за нахуй? Что, блядь, что нахуй? Что? Ролик об что? Да, так и можно назвать. Что? Ебать, тут что-то прозрачное. Слышь, тут это. Чё? Динозавр прозрачный. Какой? Нахуй динозавр? Он просто прозрачный, я не знаю, блядь, он прозрачный. Какой прозрачный? Подожди, я сейчас пойду. Это дракон какой-то, слышишь? Какой голубой дракон? Лес, ты видишь у себя? Да. Голубой лес. Я бегу, ну, в какую-то голубую хуйню, я не знаю, что это. Да-да-да, голубая луна. Луна голубая. Голубая. Аккуратно только, там на входе охраняет эту хуйню этот, карнозавр. Я где? Вот сейчас пытаюсь, я спускаюсь здесь, я не могу понять, что вообще происходит, во-первых. Я вообще в шоке. Здесь какая-то залупень, это кто меня пиздит? Меня кто-то пиздит, какая-то блондинка. Кто тебя пиздит? Блондинка? Да. Это не я. Я понял. И она бежит. Волос нету. И она бежит в этот голубой лес, понимаешь, в самый низ. В недра, так сказать, сиськами машет. Пошла. Идем ко мне. Иду, иду, да. Идем ко мне. Иду, иду, иду. Что творится в этой игре? Ух, нихуя, голубой лес! Ну, охуеть просто, блядь. И там змея какая-то, слышь? А я у дерева какого-то голубого. В смысле? Я тоже у дерева голубого. А где ты? Нет, нет, прошу, нет! Я жив, я жив, я жив. Нормально все? Хуетень какая-то, я не знаю. Это что за нахуй, да? Я не знаю, что это. Я на дракона прыгнул сейчас. Прозрачный дракон. Нет, не прозрачный, меня пиздит. Мне кто-то бежит за мной. Пиздит. Подожди. Охуеть. Что это за залупень? Ебанулся. Блять, красиво здесь, однако. Нет, а по поводу красоты это одна... Классно сделали. Волк! Здесь какой-то волк, хуёлки, я не знаю, что это! Господи! Что здесь происходит? Землетрясение начинается, братан. Да, землетрясение. Я не знаю, куда я иду, братан. Я не знаю. Сюда куда-нибудь. Волк, хуёлк. Здесь падать ресурсы начинают из-за землетрясения. Сбор ресурсов. Меня пиздят. Я под наркоманией. Меня прёт. Ой, блядь, я обосрался от страха, походу. Меня прёт. Меня убили. Что? Тебя прёт? Тебя убили, блядь? Что за хуйня? Что? Что в этой игре не... Что меня плюнуло, блядь? Меня что-то плюнуло. Ты жив еще? Да, я еще живой, но, походу, я сейчас сдохну. Давай, может, на Fertile River Medium посмотрим, что там? Да, Fertile River Medium? Да, на реку. На реку. Хотя бы посмотри. Что там? Ёбаный нахуй, здесь паук-убийца какой-то. Какой-то рогообразный краб. Medium. Это что? Fertile River Medium. Это где мы... Подожди, Fertile Lake Medium. А где это что River? За поеби? А, вот, это кто вообще? Ракообразная хуета какая-то, да? Это паук, с клешнями, как у рака, у него их 4. Что за хуйня? Блять. Я не понимаю, что... А он, наверное, безобидный? Он, наверное, травоядный? Здесь хуйня какая-то падает. Ну, подойди, посмотри, проверь. А что это за портал такой зеленый здесь? Я не знаю, ты где? Ты у зеленого портала? Да, ой, а тут спинозавр, блядь. А, я вижу тебя. Я тебя вижу. Вижу, вижу, вижу. Смотри, я тебе сейчас покажу. Смотри, вон хуетень ползает. Смотри, я в ахуе. Ебать. Смотри, вон она, видишь? Вон он, вон он. Вон. Еще один. Смотри, их сколько. А что он делает? Он там что-то разбивает? Он из-под земли вылез, что ли? Он, смотри, он пиздится. Он бьет с карнозавром. Ебать. Давай посмотрим, кто победит, интересно. Ну вообще, что это? Животных, ёпта. Так. Охуеть, это его глаза, что ли, наверху? А нет, это клещ. Я не знаю. А чё он на меня агрессирует? Его в жопу кусает карнозавр, а он за тобой? Братан, ты да, на другого, блядь, бежишь. Я в курсе. А ты что такой со стороны понаблюдаю-ка я за всем этой. Он теперь за мной идет, слышишь? Отлично, его в жопу накусывает отлично, карна. Отлично, отлично. Уходим, уходим, хорошо, уходим. Не отлично, блядь, нихуя.
Он это... А, он... все. Они кто? Отвяли от нас. Они отвяли. А не что он... это за светлячок? Он убегает. Что за нахуй? Сзади! Ай! Да-да-да. Скорпион? Да, сука. Больно. Блять. Охуеть. Меня отравили. Так, я не понимаю, что... Я приуныл. Да давай, все нормально, я тебя вытащу, брат. Я тебя... Я давай, тебя, давай. Я тебя вытащу. Пошли. Все, я спасаю Бери тебя. С собой. Блядь! Нет, блядь, не бросай я меня! Я сейчас! Не бросай да меня! Да я сейчас! Блядь, тебе пизда! И мне пизда, походу. Блядь. Да нет, пизда, говорит. Я пытался. Я изо всех сил нахуй пытался. Так, что мы еще не видели? Upper Mushroom Forest, давай. Давай, go. Upper Mushroom Forest. Слушай, ну это дополнение что-то вообще удивительно хардкорное, по-моему. Это да, просто чудеса какие-то. Я там еще в списке серверов видел хардкор сервера. Интересно, там вообще пиздец получается. Ну, одна жизнь. Полный. Ну да, да, да. Одна так, жизнь. Здесь как-то. О, здесь слушай, пиздюк в дом. Я вхожу в дом его. Рейд! Я зарейдил! Все! Рейд! Я да. зарейдил, не ебет, бля! Я зарейдил дом. Ух ты! А о, у него свой цветок? Пес. Привет! Вам нравится Ark Survival Evolved? Он меня лижет. Охренеть. Он а меня лижет. Цветочек с язычком. Он меня лижет. Меня лижет. Мою жопу лижет его пес. Бля. А на него можно? Не, на него нельзя. Или можно? Запрыгнуть. Ёпта. Ну, блядь. I like your doggy. Dog. Can you give it to me? To me, please, sir. Да. Язычком, прямо вот в эту дырочку. Да, 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 да. 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 Thanks. Лол, no. Тут за третьего лица можно смотреть, я забыл вообще. Please. Take one for yourself. Сука. No, I can't, I do not know how to. I never can played you Ark Survival teach Evolved. Me? You better get out, or you will be trapped here. Тебе лучше выйти, иначе ты будешь здесь заперт. No. Мы на РП-сервер зашли, да? You are bad, sir. You're a bad, sir. Опять эти грибы? I охуеть. Don't Не-не-не. Пойдем отсюда. Like you. You are rude. Ты грубый, говорит. Go and fuck yourself. Yourself. Peter. Все. Так. А я внизу, короче, под водопадом. Тут есть что? Блять, тут светлячков просто охренеть как много. Ух ты. Давайте посмотрим поближе на этого говнаря. Так, я респануться хочу, короче. Что-то мне тут не нравится. Что с тобой, братан? Да я просто весь чатик угорел от нашей переписки. Я же, блядь, всем писал. Сука. Он, прикинь, он просто взял и закрыл дверь, блядь, передо мной. Я вообще, я в шоке. Ну, почему? Пидор. Кто за ним в чате пишет? Ау, пидор? Весь чат угорает на пидор. Ау, пидор? Они не знают, что такое пидор, братан. Теперь знаю, что такое пидор. Мы пришли в Арк. Боже мой, боже мой. Ты где, братан? Я не знаю, где я. Это РП-сервер, походу. Надо здесь РП отыгрывать. Походу дела. Какие-то странные люди здесь. Это точно. Ебануться, блядь, братан. Давай теперь поговорим о впечатлениях. Впечатления? Да. Впечатления, значит. Ну, начинай. Первое, что мы поняли, это тот же Ark Survival Evolved, немного более оптимизированный, ладно. Да, есть такое, 60 FPS стабильно держит. Да, раз. Второе, это очень интересный режим в плане хардкора, ну я имею в виду сложности выживания и вообще простраивания своего. Ну я думаю, здесь хардкор будет ровно до момента, когда ты развиваешься хотя бы до железа и все, пиздец. Да. Хотя мобы уже не касаются. Да, именно так. Третье. Здесь очень интересно, вот, да. Что интересно, так говори, я перебил тебя. Что за хуйня?
Нет, это нормальные эмоции. Это другое, ты, я просил впечатление. Понятно. Что это, блин, было? Да, это вот мое впечатление. Что за хуйня, в принципе? Итак. Вы понимаете, ребята, очень много не попало в запись. Мы как бы... Запись вот у нас получилась на полчаса, да? Да. Мы час уже как пытались ее начать. Да, то одно, то второе, то мы не могли нашли друг друга. Да, то одно, то второе. Это был капец просто какой-то. Не, но если ребята поддержат, естественно, то я думаю, мы продолжим это повествование. Значит, и попробуем поиграть. Вопреки нашему желанию не играть в арк, это что-то новое, это реально что-то достойное, мне кажется. Где хардкор есть, там интересно. Ай! Блять, на мой взгляд. Меня опять пиздят. Поэтому, ребята. Вам спасибо за просмотр. Пишите, что вы думаете по всему этому поводу. Если мы, соответственно, будем хорошо поддержаны, все продолжится. Спасибо вам за просмотр. С вами был NoFX. Будет выживание. И Шиморо. Всем пока, друзья. Золото? Всем до новых встреч. Да, давай запись закончим, потом золотишко приберем. Меня опять. Да, я уже его не найду. Я его не найду, я не знаю где. Ладно, всем пока. Всем пока, ребята.